Осіяла людям літа свиличка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Thank you.
тоже. И вообще у нас очень насыщенная большая программа. Целый день. Встречаем день города Южного вместе. Спасибо. Я хочу отметить, что за историю наших кастингов «Южный Майя Талант» это первый кастинг чисто женский. У нас как-то так сложилось, что принимали участие одни представительницы прекрасного пола. Это очень так, ну, скажем так, девушки всегда более активны, а в этот раз так сложилось, что мужчин у нас и мальчиков не было. Возможен такой вариант, что кто-то еще в течение недели может объявиться, как всегда. У нас бывает такое, что вот уже прошло мероприятие, кто-то придет и скажет, а я хотел. Но это мы уже будем индивидуально смотреть. Может быть, с руководителями кто-то еще сможет посмотреть. Я думаю, что жюри у нас достаточно компетентное и строгое, что такого, что ну раз вас мало, вы пройдете все, нет. То есть я думаю, что все-таки пройдут лучшие. Это во-первых. Во-вторых, возможен такой вариант, который мы обговаривали ранее, что придется дополнять программу нашими коллективами, потому что, к сожалению, полтора часа у нас, даже если наши исполнители будут по два номера, ну, то есть это вот мы сейчас в живом времени около часа было, а нам как минимум нужно полтора часа перекрыть будет, поэтому... Ну, я думаю, что наши коллективы, конечно, с радостью будут выступать, но хотелось бы увидеть побольше южнинцев наших, простых жителей города. После сегодняшнего кастинга я уже услышала там краем уха от членов жюри, что они бы хотели пообщаться особенно с руководителями танцевальных коллективов, потому что у них есть какие-то пожелания к репертуару. Ну и как бы моим взглядом режиссера, то, что я сегодня увидела, немножко такая у нас программа грустная получилась, а нам все-таки нужно что-то более веселое, праздничное. Вот, поэтому я думаю, что коррективы в репертуар будут точно уноситься. И еще вот была реплика из зала наших членов жюри, что вокалисты в основном выбрали англоязычный материал, а хотелось как-то тоже нам приблизиться больше к людям нашим и выбрать все-таки украинские или русские, ну, то есть песни, то есть, скажем, чтобы быть ближе к широкой публике. Это все-таки отборочный тур, это уже не финальная версия нашей программы концертной. Возможно, будут еще дополнительные репетиции. Но мы посмотрим, то есть, что все-таки жюри у нас главные в этом конкурсе. Мы уже как бы вспомогательные, организационные моменты решаем. Но индивидуально будем уже со всеми участниками прорабатывать. Участники, которые попадут в концертную программу, они оставляют свои контакты. И я уже начинаю с ними в дальнейшем работать. На следующей неделе мы, думаю, будем с кем необходимо встретиться и что-то доработать. В 6 часов традиционно детская программа для самой маленькой, маленьких южнинцев. Это будут перегоны малюків. Тоже несколько лет они уже не проводились, поэтому я надеюсь, что все-таки активность будет. Вот. Потом мы перейдем плавно в нашу программу талантов. В 7 часов вечера начнется концерт уже силами нашими и коллектива Дворца культуры «Дружба». Потом будет чествование нашего олимпийского чемпиона Юры. Его в Южном еще широкая наша публика, зрители не видели, так как на заводе уже прошло чествование администрации Одесской области, также прошло чествование. Ну а просто южнинцы еще Юру с его второй золотой медалью не видели, поэтому состоится на площади чествование. Также еще до этого будет в 4 часа церемония по Дио Року в концертном зале проходить. Там будет, так как она 10-я юбилейная, ее особенность то, что она детская. Это впервые такое произойдет. То есть будут награждены лучшие дети Южного. И закроется, завершится программа наша концертом «Звезды» приглашенной. Это, я думаю, что многие южницы уже знают, так как слухами земля полнится. Гарик Кричевский будет выступать на сцене. Мы традиционно проводим этот конкурс. Накануне Дня города мы выявляем таланты города Южно. Потому что целый год на наших мероприятиях работают коллективы Дворца культуры. А именно в этот день мы хотим показать, что у нас в городе есть не только наши, но есть еще
еще таланты, которые занимаются и в школах, и в Доме творчества. Некоторые просто индивидуально дома или где-то там поют, танцуют. То есть и вот сейчас у них была возможность показаться. Вы видели прекрасные хореографические номера, есть коллективы, которые будут показаны, значит, на сцене 24-го. Есть вокалисты, есть солисты, очень талантливая молодежь. Конечно, сложно всегда выбирать, потому что есть критерии, то есть есть такие критерии, как сцена большая, концертная площадка, на которой, допустим, сольные номера танцевальные смотрятся, несмотрибельные, поэтому нужны массовые номера. И я сегодня сказала в своей заключительной, так сказать, речи о том, что некоторых мы просто взяли на заметку и будем использовать в каких-то, будем приглашать на свои другие мероприятия, где нужны сольные номера. Практически все очень хорошо подготовились, все молодцы, я хочу всех участников поздравить.